А вы знаете, что если неправильно оформить наследство, то можно остаться вообще без всего? Мой доверитель неправильно оформил документы, потому что он не юрист и он не знает всех нюансов. В итоге его квартира ушла Москве. Он нашел какого-то непонятного представителя, который благополучно слил это дело. Я подключился уже в Мосгорсуде, в итоге решение было отменено, права признаны за наследником. Если у вас тоже есть какие-то вопросы, связанные с наследством, то просто позвоните или оставьте заявку.